Ребят, меня рейдят. Меня рейдят, твою мать. Меня рейдят, твою мать. С крыши. Твою мать, меня рейдят с крыши. Жесть. Я дождался своих рейдеров. Падла. Кто такой, нахуй? Изи... Дарксир гребаный. Я дождался его, твою ж ты мать, а. Я дождался рейдера. Отвечаю, это такой эпик. Мне такого в жизни никогда не случалось. Это такой эпик. А как он ко мне залез? Откуда он перепрыгнул? Что, кто-то подсадил, что ли? Заделываю пробоину. Так, а у меня что, камень? Камень. Где камень-то? Ты с камнем пришел, чувак? С камнем. Отвечаю, это просто жесть. Я только закончил серию, сижу тут, разглагольствую. Извините за мат, это на эмоциях было. Что-нибудь чат пишет? Кто это такой вообще? Дип, мы с ним встречались здесь, я его где-то, кажется, убивал. С двумя сихами падла пришел, вы представляете? Это насколько эпик был! Это просто невозможно заснять, это один шанс на миллион вот так вот сидеть дома, и чтобы где... Это просто жесть. Бля, я так перепугался, отвечаю. Я сижу, уже наушники вытащил, все. Просто жесть. И слышу пик-пик. Сразу я уже оружие начал складывать. Успел достать только дробаш и тут затаиться. Я почему-то думал, что меня сбоку рейдят. Я думал, какая-то стена вынесется. Я так подальше от звука пика, не, чтобы меня взрывом не задело. Вот это да, нифига себе у него пайпуха. Это просто эпик. Это экстреннейшее включение. Это невозможно где-то в конце видоса вставить. Это надо видеть только. Жесть. Просто жесть. Сейчас прикиньте, он с ракетницы начнет шмалять по мне. Со злости. А как бы мне вычислить, где он живет-то? Можно? Есть такой вариант? Ребята, опять прибежал. Опять прибежал. Ёперный театр, он опять меня рейдит отсюда. Все, мне хана. Но это будет эпик фейл. Сейчас он будет с калаша зажимать, отвечаю. Падла, сюда как... Опять же он. Ну, ган... Нельзя материться. Бля, я очкую, пипец. Он один, он соло, он соловик. Это хорошо. Хорошо, мой мальчик. Падла. Откуда ты прибегаешь, скажи мне? Откуда ты прибегаешь? Ты смотри, он не пожалел еще две сишки. Он думал на скеле, что меня обыграет? Или что это? Что это какое? Как это понимать нахер? Я начинаю нервничать. Откуда он запрыгивает? Я ни хрена не могу понять. Откуда он запрыгивает? Как он ко мне сюда попадает? А, он отсюда, что ли? Блин, тут изи запрыгнуть. Я что-то протупил. Тут что? Да ё-моё, что я клацаю подряд все. Отсюда, что ли? Мне надо вычислить. Где застроить-то? Не понимаю, откуда он запрыгивает. Или сверху оттуда, что ли, он перепрыгивает? Прикиньте, 4 сихи всрал чувак уже. Просто 4 сихи в хламину. Отсюда, что ли, перепрыгивает? Он как-то быстро еще перепрыгивает. Я не могу понять, как. Блин, не хочу сейчас. У меня ресов полное. Надо выложить все. Вот это... Жесть! Просто жесть! Нафиг, Яночка, отсюда. Застраиваемся, дайте подумать. Я не могу понять, откуда он перепрыгивает. Надо ресы складывать. Он мне еще дробаш принес, причем с лазеркой даже. Охренеть, блин. Так, а тут какие патроны? А я с каких стрелял? Он все, короче, зарядил эти пули. Что мне сейчас от него еще ждать? Уже он с ракетами меня сейчас под ноль снесет, что ли, или что? Чувак, ты вообще, блин, конечно...
Жесть какой нервный. Как бы мне его вычислить-то, а? Ребята опять бегут. Он, короче, не оставляет попыток. Он просто нон-стопом бегает. Падла. Ты смотри, какой я засранец. Да дай ты мне выжить. Откуда он бьет? Откуда-то отсюда. Опять, что ли, с крыши? Или он стену уже выносит? Он, кажется, стену выносит. Да, стену выносит. Смотрите, что кидает. Что мутит. Типа для отвода глаз. Дымовая завеса. Ни хрена себе. Он вообще, блин, отчаянный. Падла. Твою мать, ребятки, все, это эпик. Эпик фейл от меня. Ну, с калашом пришел, но это было красиво. Это было красиво. Давайте я хоть ему хоть это поставлю этот. Что сказать ему, красавчик? Извините, я жую, просто хотел перекусить после прошлой серии, я еще голодный. Это было действительно эпично, Дип, ну тебе надо отдать должность. Должное, должность, говорю, должное. Это было просто чертовски красиво. Это было чертовски красиво, ничего не скажешь. О, а если попробовать, знаете, что сейчас сделать? Возрождаемся здесь просто на лоха. Есть же кит-шутер. Просто, ну это уже чисто на удачу. Но это красивое завершение этой эпопеи моей, конечно. А у меня-то ресурсов, по сути, там ни хрена нет. Я же все слил на этого. Ну да, у меня же там ни хрена нет. Я только с него все, что поимел. Он сейчас реально встрял 6 их. 6, чтобы забрать просто свой лут. Свои дробаши, всю херню свою. По сути, да, чего я так переживаю? Кит. У меня есть кит солдер. Смотрите, есть кит. Блин, жалко, у меня рядом нет спальника. Кит солдер. Кит солдер. Успешно получен. Ох, нифига себе, тут солдатик. А кит мед у меня заблокирован, да? Мед. Где я появился? Блин, мне туда бежать? Хотя, может, я успею. Он сейчас начнет выдалбливать. Кто тут ходит? Кабан, бля. Китсолдер, да? Китсолдер. Мы забираем что? Наверное, картечь все-таки, потому что там работать надо вблизи. А, у меня картечь заряжена, да? Точно, перепроверить. Да. Картечь. Блин, как я не продумал рядом. Я не хочу сейчас на хом ТП туда лететь, потому что я прям к нему под нос прилечу. Нужно только подлавливать момент, когда он долбит спиной. Тогда я могу там появиться. Но он может меня запалить. То есть тут без вариков абсолютно. А бежать до него, это далековато, он уже может там все выдолбить. Но тут один шанс только. По сути, я там ничего же не теряю. У меня же там все его, весь лут полностью его. Как же, блин, если бы сейчас мне спальник бы туда поставить. Так, дарить ему не будем, наверное, да, глушак, да. Если бы спальничек бы сейчас туда поставить, боже мой, я бы сейчас через свою же дверь зашел, он же только там застроил и все. Он сейчас по-любому долбит эти ящики, он сейчас, у меня хом прописан посередине дома, у меня ящики либо там, блин, да он заметит. Как только я на хом и прилечу, он 100% заметит. Ремувать ничего не может, потому что тут ремува на чужие нет. Он максимум может как-то застроить и выдалбливать ящики, но я... У меня там ресов-то нет, реально, у меня там все его, я там такой, о, круто, он там мне принес ресы, пайпы, там эти броня, все остальное это я слил. Так, вот сюда. Сейчас только надеяться, что... У меня аж сердце колотится, пипец, у меня аж груди вываливается. Вон, РТшечки, все, я сейчас буду подбегать уже. Я хилюсь до 100 хп, потому что нужно принять бой, он с калашом. Он с калашом. И он сейчас радуется, то, что у меня нету не ТП. Спальник он уже 100% мой разрушил. Надо соображать на ходу. Как же, блин, всегда... Вот опять урок. Вот реально на своих же ошибках учусь. Всегда ставьте где-то беспалевный спальник на этом. Возле дома. Чтобы вы могли появиться, прописать кит и потом хоть как-то сопротивление оказать. Всегда ставьте. Вот сейчас я попался на свою... Ну, а кто знал-то? Я, по сути, развиваться только недавно начал.
Кто знал, что такая ситуация появится? Так, я уже почти подбегаю. Не, еще до хера бежать. Мой дом где-то вот в этой области, вот в этой. Фу, ёперный театр. Извините за мат, ребят, меня вырывается в такие моменты просто. Это невозможно, вы сами представьте меня на своем месте. Не, он сейчас долбит. Там ящики достаточно долго долбить. Он сейчас дыш, дыш, 4 ящика. Хорошо, что я замки поставил. Так, подождите. Электростан. Вот здесь же мой дом, ёпер. Он где-то прям вот тут вот. Я уже сам забыл, где он. Я же где-то вот в камнях вот в этих, что ли. Да, вот здесь вот, вот здесь вот. Вот здесь вот. Ага. И тут надо только на шепотом, чтобы он просто не понимал, что происходит. И мы послушаем, вдалбливает он или нет. Тут где-то мой дом. Где он тут, блин? Да где ж мой дом-то? Вот он, кажется, да? Да. Все, только на приседках. Походу, уже выдолбил все. Как он запрыгивал ко мне на крышу, я так и не понимал. Нет, не долбит, смотрите. Может, он ждет, когда я на хом прилечу? Что-то было слышал, что-то слышал. Сейчас, как только начнет долбить... Сразу же врываюсь, потому что у него будет займет время на переключение. Слышите? Оружие трясется. Он ждет, когда я на хом прилечу. 100% уверен. А что его жду-то под дверью? Он же не сможет выйти через мою дверь. Или он уже разбил все. Я слышал только, что оружие там такое щелкнул. Трк, трк. Я почему-то уверен, что он ждет меня прям, когда я на хом прилечу. 100% ждет. И уже, возможно, выдолбил все ящики. Блин, если бы я услышал, чтобы он начал хотя бы один ящик долбить, я бы сразу ворвался. Блин, не надо было в куст заходить, зачем так полиция? Потому что когда он долбит, смотрите, да, у тебя слот занят. Он слышит дверь, когда, ну, я так мысленно, начинает там в слотах путаться, быстрее калаш доставать, а я уже, возможно, успею забежать, пару выстрелов ему дать. Но это хоть какое-то будет преимущество. А вот так просто забегать, когда дверь пищит, и он просто меня вот так ждет, ну это бред. Кит Солдер. Я слышал какой-то всплески оружия. Ну, возможно, он уже улетел, хер его знает, может, сам себе тут напридумал что-то. Но не далеко бежал. Был бы у меня вот тут вот спальник, сразу Кит Солдер врываешься, разматываешь. Как он так лихо постоянно мне на крышу? Ну как-то здесь запрыгивал. А, он деревянную поставил, давайте чекнем. Он деревянную поставил, мы что-нибудь можем увидеться? Блин, там темно, ни хрена не видно. Стол вижу. Никого нету. Ящиков нет, кажется, да? Полки пустые. Да, он, походу, уже улетел. Ну тут панели пропал. Да, уже разбил, улетел, падла. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, ракета вылет. Что это он тут повыкидывал-то? Быстро он разбил. Блин, ребят, ну короче. Огнемет даже выкинул. Что он тут до хрена мне всего понаставлял? Это что у меня, револьвер? Но револьвер мне не нужен. Мясо поставлял. Но он, по сути, забрал все то же самое. Ну, свое все. Смотрите. Что здесь еще у меня? Мясо. Таблетки, киты. Ну, конечно, хренотень. Но хоть что-то. Так у меня, по сути, это и было. У меня-то там резко, блин, кот наплакал бы. Резко было, кот наплакал. Ну, знаете, в чем плюс? То, что теперь его уже можно точно не ждать. Потому что он все, сука, собрал у меня. Теперь он точно уже сюда не повадится. Падло это. Но калаш все-таки, видите, вблизи порешал, блин. Я пытался там задробашать что-то, но калаш, конечно, конечно, зарешал вблизи, ничего не скажешь. Револьверчик. Ох, ребятки, вот это был мой косяк, то, что я...
Нету спальника было у меня. Я мог бы что-то сообразить. А так, конечно. О, даже этот оставил. Ну, по сути, им никто не пользуется. Но это было круто. Это было просто незабываемо. Надо отдать ему должное, этому парнишке. Так, наш шкаф очистит. Он по-любому авторизовался. Вот так, билдинг. Ну, он все равно заремонтировать ничего не сможет, но мало ли, застраивать начнет еще что-то. Фух. По сути, я потерял что? У меня там был непонятный брони вот такой вот. А, ну это он повыкидывал, он это даже не взял. А, болт я и так всрал. Из оружия у меня там была берданка, там чуть-чуть патронов, это все на РТЭ нашел. Из вот этих ресурсов у меня тут было еды там чуть-чуть, у меня даже шприцов там. А средств у меня там было камня там по чуть-чуть там. Ну, то есть у меня, по сути, я все слил, я все влил в этот дом, который я рейдил. И все остальное я находил с него. Но это больше сам себя уже успокаиваю, как говорится, на ваш суд, ребят. Но эмоции, мне кажется, вы получили уйма, и я тоже. Но немножко не дожал, немножко не дожал. Всегда ставьте спальник, всегда. Я теперь всегда буду ставить рядом. 100%. Он бы меня выручил сейчас. Век живы, вот то, о чем я философствовал в прошлой серии в конце. Очень долго. То, что нужно развиваться на одной скорости страстным. Даже берданку оставил. Причем тут эти патроны-то. Вон, смотрите, тут разрывные. Он даже не додумался их разрядить, потому что он думал, что тут патроны простые. Да, даже разрывные сохранились. То, о чем я философствовал в прошлой серии. Ребят, если вы как бы не получается у вас играть в Расте, вас постоянно убивают, вас постоянно рейдит, не ищите причину в самом Расте, ищите в первую очередь причину в себе. Значит, вы не додумываете, скиллы у вас немножко не дотягивают, что-то вы делаете не так. Либо ищите сервер попроще, либо не играйте в игру. Ну, надеюсь, посыл я вам донес. Вот сейчас я, казалось бы, да, тоже мог Rage Quick, как говорят, да, Rage выход всегда, вас убили, все, пошла вся нафиг игра, говно, все читеры. Но нет, я просто извлекаю из всего уроки. Он сейчас, знаете, может проверить, был я здесь или нет по блоку, я сразу мыслю. То есть он сейчас прибежал, ага, меня выписали, значит, чувак резнулся, потому что спальник-то мой разбил, прилетел на хоуме. Либо так добежал как-то. Выписался, походу, будет развиваться дальше. То есть, возможно, это он сейчас пробегает. Как бы вычислить, где он живет? Я так и не смог вычислить. То есть, на ходу надо мыслить. Размышлять сразу, моментально. Делать анализ просто. Вот. Он по-любому прибежал чекнуть. Ну, может, не он, может. Но даже если бы он, я бы так чекал бы. По шкафу. Ага, выписали, все, значит, чувак дальше там сидит. Поэтому все, ребятки, учитесь играть, учитесь мыслить быстро вообще, и у вас все будет получаться. Учитесь на ошибках других, на моих, которые я показал, как вас могут наколоть при обмене, как вы можете допустить фейл, когда вас рейдят, и т.д. и т.п. Учитесь, учитесь и учитесь, и вы будете нагибать в Расте. Главное именно учиться и правильно делать выводы. Я сделал, теперь надеюсь... У меня будет получаться все лучше. Опять кто-то бегает, какой-то засранец под домом. Ну, сейчас уже рейда нет смысла. Ну, никто вряд ли меня будет кто-то рейдит. Я специально не заделываю стену деревянную. Потому что, смысл, да? Если деревянная стена, значит, по-любому зарейдили. Все, ребятки, с вами был Флэш. О, меня, кстати, качает он. Смотрите, левел. Нифига он там прокачивает. Ресурсы, смотрите. Но это, кстати, тоже плюс XP-системы. Если бы на чертежах вас зарейдили, вас бы никто не качал бы, вы бы ничего не получали. А тут, если вас зарейдили, даже есть еще один плюс, опять же, скрытый. Появился то, что вас на ваши же ресы будут качать. Это прикольно. Это классно. За это хоть спасибо. Ну, чувак где-то что-то крафтит. Все, с вами был Флэш. Как всегда, увидимся на Рукстоуне третьем. Ребятки, увидимся в следующем видео.